микрофон Blue Yeti X – лучший USB-микрофон для творчества и стриминга. Blue Yeti X поставляется в картонной коробке. В комплекте, помимо микрофона, установленного на подставку, вы найдете 2-метровый микро-USB кабель и комплект документов. Итак, перед нами конденсаторный студийный микрофон Blue Yeti X матового черного цвета с глянцевыми вставками. У него классический дизайн и прочный металлический корпус. Вес ощутимый – 519 грамм без подставки и 1,28 килограмм с подставкой. Габариты в рабочем положении на подставке 11×12,2×28,9 см. Подставка надежная, позволяющая менять угол наклона при помощи 2 винтов. Снизу основания имеется прорезиненная накладка. При необходимости подставку можно отсоединить и закрепить микрофон на стойке. Резьбовое крепление для нее предусмотрено в нижней части микрофона. Здесь же расположены разъемы микро-USB для подключения к ПК и разъем мини-джек для подключения наушников. На лицевой части корпуса имеется многофункциональное колесико, по контуру которого размещены диоды, играющие роль индикатора громкости. Вращение колесика изменяет громкость входящего и выходящего звука, в зависимости от активированного режима. Режимы же переключаются по долгому нажатию на колесико. Короткое нажатие мгновенно отключит звук. С обратной стороны корпуса микрофона вынесена кнопка переключения режимов. 4 капсуля позволят записывать более сфокусированный и чистый звук в разных условиях. Интервью, подкаст, конференция. Благодаря следующим режимам. Стерео, кардиоидный, всенаправленный и двунаправленный. В комплекте с Yeti X идет специальное программное обеспечение Blue Voice. Здесь вы сможете выставить настройки для удобного использования и получения лучшего качества звука. Среди функций можно найти голосовые эффекты, которые используют для твича, подкастов и записи музыки. Программа предлагает 7 эффектов для профессионального звучания голоса во время трансляции. Yeti X – универсальный, приятный и удобный микрофон. Он поможет вам делать записи студийного качества. Идеально подойдет для домашней студии, записи музыки, создания видео на YouTube, стриминга и конференций.